В лагере «Олимп» прошло закрытие лагерной смены российского движения детей и молодежи «Движение первых». Смена была направлена на организацию досуга подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей, а также воспитание лидерских качеств. Товарищ руководитель смены, отряд! Корпорация «Даков»! На торжественную линейку, посвященную закрытию областной профильной смены общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» построен. Областная профильная смена «Движение первых» ежегодно проходит в спортивно-оздоровительных лагерях. В рамках профильной смены ребята знакомятся с различными направлениями движения, участвуют в мастер-классах и лекциях, развлекательных и спортивных мероприятиях. Каждый день на профильной смене у нас проходили школы «Активы», на которых мы изучали и практиковали гибкие навыки. Помимо этого были школы по выбору, например, «Туризм», «Медиа» и «Пленэр». Больше всего мне запомнилась школа медиа, потому что я работаю в региональном медиа-центре движения, и обработка фото и, в принципе, как правильно выстраивать ракурс – это очень полезные навыки для меня и для работы там. За 18 дней активисты узнают много нового, разрабатывают собственные проекты и инициативы. Ребята вместе с опытными наставниками, комиссарами педагогического отряда «Данка» в течение всей смены работают в разных направлениях. Улучшают навыки, учатся ораторскому искусству, пробуют себя в роли иллюстраторов, узнают азы туризма и многое другое. За эту смену я научился работать в команде, не опаздывать, так как я раньше этим грешил. Также делать театральные постановки. Я участвовал в роли и режиссера, и продюсера, и актера даже. Также я научился решать всякие кейсы, опять же, заниматься спортом. Ключевым событием смены является фестиваль «Движение первых», в рамках которого проходят финалы региональных конкурсов «Гонка лидеров» и «Гонка команд». Ольга Горячева стала лучшей среди лидеров в этой смене. В рамках конкурса «Гонка лидеров», в котором я принимала участие, я также выполняла определенные задания, которые давали комиссары и организаторы этого конкурса. Они были как психологические, которые давались мне более сложно, но были для меня более интересными. Ну, также и тесты, которые были связаны с движением первых. И в конце я предоставляла исследование. У меня было исследование на тему того, сколько песен запоминают новички, пока стоят в Орлевском кругу. «Движение первых» объединило в себя все молодежные организации страны. Для современного подростка очень важно быть сегодня нужным и быть частью чего-то большего и крутого. И сложность заключается в том, что у современных подростков очень много интересов, и как раз главная миссия движения – охватить все эти интересы и показать ребятам их возможности. Как раз с этим мы занимаемся на областной профильной смене «Движение первых». В смене приняли участие 220 активистов, учащиеся среднего и старшего звена, имеющие особые заслуги в обучении, а также в социально значимой и общественной деятельности. Анна Богданова, Александр Рыбалко, 6 канал.